Команда «Азарт» собирает участников соревнований уже третий год подряд, как весной, так и осенью. На этот раз здесь гости из Донецка, Днепропетровска, Феодосии, Евпатории и, собственно, севастопольцы. Всего более 20 участников. У каждого своя задача, говорит организатор Любовь Тарасенко. Кто-то пришел сюда за сертификатом, кто-то за подготовкой к международным стартам, а кто-то только дебютирует. Молодым участникам это позволяет выступать здесь на соревнованиях, позволяет им возможность посмотреть на уровень старших собак и самим попробовать свои силы. У нас есть участники совсем щенки, у них есть отдельная категория. А поучиться есть у кого. 8-летний Никита и 10-летний доберман Шабася на местных стартах с международным опытом. Здесь они участники ИПО. Сдают норматив по разделу «Защита». В нем собака борется с фигурантом, обыскивает укрытие, находит злоумышленника и пресекает попытку побега. Никита рассказывает, подобный сценарий они с Байси отрабатывали в октябре в Киеве. Там мастерство оценил иностранный судья. В Киеве я думаю, получилось обижать все 6 укрытий, только почти до последнего я сорвался. Байси старше меня, и она учит меня выступать на соревнованиях. А вот для участников Андрея Сербина и 10-месячной Изабеллы эти старты – возможность получить бесценный опыт. Для них, как для членов поискового отряда «Виктор», освоит раздел послушания, подспорья для дальнейшей совместной работы. Для поисковой собаки очень важно это четко слушать и выполнять команды. То есть это послушание, что на этих соревнованиях. Вот, поэтому мы сюда пришли впервые на соревнования, впервые будем что-то показывать, то есть как бы пробовать себя на этих соревнованиях. Самое сложное в наших соревнованиях – это раздел ИПО, раздел послушания, раздел защиты. Это международный курс дрессировки, в котором проводятся соревнования международные ранга ЦЦИТ. Это сложная дрессировка, там много сложных приемов. Подготовить к нему собаку нужно как минимум 2 года. Еще одним пунктом программы стал норматив БХ – более простое послушание. Помимо этого, хозяева с собаками соревновались в аджилити – преодоление полосы препятствий. Здесь учитывается и скорость, и точность, говорят организаторы. Собаки тут должны бежать без какого-либо поощрения. Хозяин не имеет права трогать четвероногого напарника или препятствия. Следовательно, средства управления у человека ограничены голосом и жестами. Соревнования длились с 10 утра и до 4 вечера. По окончании вручения наград за скорость, точность и, в первую очередь, азарт. Тандемом кубки и медали. Ольга Демичук, Денис Корвель, Наталья Бабкевич. Программа «Наше время».